Доброго вечора, як завжди, все час об'єктив позиція в студії Юрій Борщ. Сьогодні ми торкнемось такої важкої теми, як реабілітація пацієнтів після спинальних травм. На жаль, в Україні не створено жодного державного реабілітаційного центру. У нас сьогодні в гостях лікар-невропатолог, автор методики реабілітації пацієнтів після спинальних травм Кравець Лариса. Доброго вечора, добре, пані Ларисо. Давайте поговоримо спочатку, яким взагалі про реабілітацію спінальних травм в мірі. Тобто, я на русском языке буду, щоб вам було удобней. Реабілітація спінальних травм в мірі не отработана на сьогоднішній момент. Так ли это? Ну, можна сказати, що реабілітація спінальних травм в кожній країні люди восстанавливаются по-разному. Европейская методика реабилитации заключается в том, что их адаптируют коляски. С ними много работают психологи. Им внушается, что они такие же люди, как и другие. И развлекают их. Много применяется механотерапии, не выходя из коляски. Много работают с руками. И, в общем-то, там адаптация коляски является основным профилирующим моментом реабилитации. Я бывала в Европе, и мне это интересно было, но пациенты даже не мыслят бороться со своим заболеванием. Их устраивают. Там есть социальные проекты, которые направлены на улучшение жизни инвалидов. Они работают постоянно в европейских странах. И, в общем-то, им, будем говорить, невыгодно восстанавливаться, потому что они потеряют много социальных льгот. Очень интересная программа реабилитации в США. Там она называется «Aggressive». И хочу сказать, что я обратила на нее именно внимание. Там реабилитация таких пациентов начинается сразу после выхода из наркоза, то есть в реанимации. И пациент достаточно активно вместе с реабилитологом, вместе с врачами участвует в процессе восстановления. И практически до 100% за какое-то время он возвращается к абсолютно нормальной жизни. Спинальная травма, если в целом охарактеризовать, это целый комплекс, я так понимаю, различных травм, которые можно отнести к этому разряду. Да, спинальная травма – это целый комплекс, это условное название. Это пациенты, которые перенесли неудачные операции на позвоночнике и спинном мозге. Это пациенты после операций на спинном мозге в связи с опухолевым процессом. Это пациенты со спинальным инсультом. И самые страшные и самое многочисленное количество пациентов – это пациенты, они составляют 70% от моих пациентов, это пациенты, которые попали в ДТП или неудачно нырнули. Спинальная травма – это перелом позвоночника, сложнейший, который повлек за собой большое кровоизлияние в оболочке спинного мозга, нарушение целостности оболочек спинного мозга. И, в общем-то, спинальная травма – это тяжеленная травма. На уровне травмы идет полная парализация всех функций ниже уровня травмы. Вот вы сказали о том, что реабилитация в мире даже не отработана, в Европе. Там больше пошли по пути создания более комфортных условий для пациентов. В Украине какая ситуация сейчас? Насколько мне известно, тут я в начале программы сказал, что нету ни одного государственного центра по реабилитации. Человека да. После там, операции, после там, какого-то медицинского ухода и лечения отправляют просто домой. Да. И это, в общем-то, бедственная ситуация. В Украине в течение многих лет, в общем-то, слову «реабилитация» и специалистам от реабилитации совершенно не оказывалось никакого внимания. У нас прекрасные нейрохирурги, прекрасные травматологи, но почему-то их не особо интересовала дальнейшая жизнь после выписки из стационара. И это была достаточно правдивая информация. И пациент после выписки из стационара в состоянии спинального шока, в состоянии шока, родственники, оставался один на один со своей бедой. Приходит участковый терапевт, который тоже не в теме. Приходит участковый невропатолог, который не профилизируется со спинальной травмой. Максимум, что могли назначить, это массаж на дому. И, в общем-то, проблема пролежни, проблема дыхательной недостаточности, проблема восстановления движения, проблема восстановления чувствительности. И просто проблема восстановления бытовых навыков оставалась на пациенте и его родственников. И не каждый выдерживает эту психологическую нагрузку. И они все впадают в депрессию. Я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, а вы, Лариса Александровна, прокомментируете то, что будет сейчас идти по видеоряду. Это наш пациент, который случайно во время игры в футболе на него упал баскетбольный щит. Это был очень резонансный случай в Черкассах. И мальчик, в общем-то,
был потерян, родители не знали, что с ним делать. Они начали заниматься как могли, потом нашли меня через мои социальные группы, и под дистанционной консультацией они начали с ним заниматься до 4 месяцев, пока мы его не забрали к себе на реабилитацию. Было предложено ими отправить его в Израиль, но родители сориентировались. Во-первых, суммы большие, 132 тысячи долларов. Во-вторых, они изучили реабилитацию в Израиле. Там реабилитация тоже адаптация коляски, а потом максимум на ортезы ставят. И они решили приехать ко мне в Харьков. Мальчик очень был мотивирован, он хотел ходить. И сейчас вы видите, это вот видео последних дней, мы мальчика перевели уже на ходунки канатки. Это очень как интересный достигается, сюжет. Достигается вот человека, который практически не мог ходить, и до того, что он уже делает первые шаги? Это каторжный труд. Это каторжный труд и пациента, это каторжный труд врача, который занимается реабилитацией, каторжный труд реабилитолога. Главное, нужно мотивировать пациента. Для этого он должен понимать, что он делает. И мы часами объясняем им, еще до приезда ко мне на реабилитацию и к моим реабилитологам, я разговариваю с ними в скайпе, я их мотивирую, использую различные слова для того, чтобы убедить их, что он может восстановиться. К сожалению, мне приходится бороться с той информацией, которую ему уже в подкорку накидали, извините. Профессура, которая сказала, что ты будешь овощем, и родителям это сказали, что никогда он не восстановится, что в мире такие люди не восстанавливаются. И вот это самая проблема. В Харькове не существует никакого реабилитационного центра для ранней реабилитации пациентов. Нет, не существует. Совершенно. Даже отделения не существует, даже коек реабилитационных не существует. То есть пациенты после операции какой-то период находятся в нейрохирургическом или травматологическом отделении. В некоторых больницах есть реабилитологи, которые немножко с ними занимаются, немножко делают массаж, а потом пациент отправляется домой. Даже более того, ситуация усугубляет то, что на ВТЭКе выдают реабилитационные программы, в которых какие-то прочерки существуют. Если у вас есть что продемонстрировать, давайте мы... Да, я принесла программу пациента с переломом шейного отдела. У него еще была черепно-мозговая травма с гематомами. Он в 2015 году попал под машину. Вот, рекомендация МСЕК украинской мови оздоровлення та реабілітація у таборах фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. Прочерк. Йому навчання... запрещено займатися ЛФК, ерготерапією, соціальна та побутова реабілітація. Прочерк. Технічні інші засоби реабілітації. Прочерк. Тобто це государственна структура, комісія, рекомендація для пацієнта. Лежати і не двигатися. І умирати, по большому счету. Він давно бігає вже у нас. Він приходить ко мені на заняття. Він працює на базових тренажерах для спортсменів. У него все восстановлено, он себя обслуживает. Небольшие расстройства психики, небольшие, они остаточные явления после черепно-мозговой травмы остались. Он веселый, он радуется каждому дню, он встречается с девушкой, он хочет построить семью. Да, немножко прихрамывает. Хочу сказать, что когда его встретил нейрохирург в городе, первый вопрос был: а что, ты выжил? Второй вопрос был: а где ты восстанавливался? И в конце сказали: а что ж тебя не восстановили до конца, а что ж ты хромаешь? Это даже не смешно. Да. То есть люди сначала удивляются, а потом находят способы критиковать то, что вы делаете. Не существует протоколов лечения и восстановления пациентов сегодня на государственном уровне? Не существует. В Украине не существует протоколов лечения. Поэтому сейчас появляются коммерческие центры, которые открывают, к сожалению, даже не врачи, а физические терапевты, которые обучались в академиях физкультуры. Они более храбрые. Там нет консультантов, врачей. И это, это связано с определенными рисками все-таки для пациента, конечно, потому что человек не имеет медицинского образования. Да, неусыпного наблюдения специального врача, невропатолога, ортопеда. Им нужен психолог. Но в борьбе за выживание физические реабилитологи рискуют, не несут никакой ответственности. И пациенты после таких... Очень дорогие центры эти. И пациенты после таких центров приезжают у меня, бывают и с переломами, и с разрывами связок, и с осложнениями в виде очень большой спастики. Я возмущена такими манипуляциями. С этими пациентами должны работать врачи.
Ну, в Европе, например, вы сказали, тоже там идет адаптация, больше коляски, протоколы нас направлены Тем на не это. Тем не менее, в Европе на каждого пациента по штату положена, на минуточку, мультидисциплинарная бригада 13 человек. На каждого пациента. Что это означает? То есть это не каждый день они наблюдают? Просто он может Нет. обратиться к этим специалистам по мере необходимости? Каждый день они его наблюдают. Даже так? Да, потому что ему нужна консультация невропатолога ежедневная, смотреть динамику, ему нужна консультация психолога, его должен обследовать травматолог, кардиолог, за ним наблюдает физиотерапевт. Ну, в принципе, в реабилитации наблюдение идет раз в 3 дня по протоколам европейским. Но и все же они направлены на то, чтобы человек смог приучаться к жизни в коляске. Да, чтобы у него не было комплексов, чтобы он умел на коляске подъехать и сготовить себе пищу, чтобы он на коляске подъехал и мог пересесть в ванную с подъемником. Они обучают пользоваться этими приспособлениями. И, в общем-то, там слишком много приспособлений и слишком большая опека. Я в Европе бывала и видела такую картину, что пациент выходит из дома, спускается по ступенькам, за ним жена несет коляску, он садится в коляску, доезжает до машины с ручным управлением, спокойно пересаживается. То есть пациент, который может ходить, он спускается? Да, он плохо ходит, плохо, но он спускается, у него палочка, он доходит. Но ваша методика немножко от другого отличается. Категорически другом. У нас в основу я взяла американские. Ну вот вы уже говорили о том, что сразу после активной реабилитации, после выхода из наркоза. Активная реабилитация сразу после выхода из наркоза. Мы обучаем сразу переворачиваться правильно, сразу садиться правильно. Нужно сказать, что различаются пациенты. Есть пациенты с шейной травмой, они самые тяжелые. У них не работают и руки, у них проблема с дыханием. Мы учим их правильно дышать. Но вы же не обещаете, что сотворите чудо, да? Нет, вы же говорите, но динамика идет да. каждый день при условии выполнения правильной реабилитации. Вот эта вся система реабилитации по-европейски, например, да, это большие роботизированные системы, и стоят они большие-большие суммы денег, миллионы долларов. Да. То есть, как быть нашей стране в том, когда мы не можем позволить себе вот такой уход за пациентами, которые приняли спинальную травму? Хочу сказать, что локоматы, из которых сделали фетиш, они стоят... по полмиллиона долларов даже. Локомат был. Что это такое? Локомат – это роботизированная система. Вставляют пациента туда и навязывают ему стереотип движения. К сожалению, локоматы начали приобретать некоторые больницы в свои отделения ЛФК. Это дорогостоящее оборудование. Мне непонятно, зачем оно им. Потому что болтающегося пациента, который еще не может сидеть, вставить локомат и поболтаться там 20 минут не имеет смысла. Локомат – неплохая система на том этапе, когда пациент уже вертикализирован, когда он начал ходить, и можно бы 2 часа навязывать ему стереотип ходьбы. Но без него можно обойтись. То же самое я очень плохо отношусь к экзоскелетам, которые стоят... Говорят, за этим будущее. Да, это говорят разработчики этих экзоскелетов. Они стоят от 50 до 90 тысяч долларов. Неудобство заключается в том, что экзоскелет работает на батарейке, которая весит от 9 килограмм до 16. И его прикрепляют, эту батарейку, на спину, практически на конструкцию пациенту. Выключаются совершенно вес ног, вес рук. И навязывается электричеством движение. После экзоскелета пациент падает и отдыхает, потому что он истощился. Таскать на себе такой тяжелый аппарат. Ни разу не видела в Европе пациентов в экзоскелете, шагающих по улицам. Может, к этому еще мы придем, когда это все... сократится стоимость и уменьшится вес, и технологии пойдут дальше. Но мы живем в сегодняшнее время. Я за активное восстановление собственных мышц. Вот. Тем не менее, мы живем в сегодняшнее время. Если подсуммировать нашу программу, какие ваши будут советы для, быть может, чиновников государственных? Сейчас идет реформа медицины. Что нужно делать по реабилитации пациентов, которые принесли спинальные травмы сегодня? Прошу обратить внимание на эту категорию пациентов. Они совершенно заброшены, они лежат дома, они не социализированы. Да, есть программы, в Харькове, например, очень интересная программа инватакси, их подвозят.
И ко мне подвозят на реабилитацию, и в цирк подвозят, и в театры. Им устраивают представления. Но не существует места, где бы они подъехали и позанимались. Мало того, не существует специалистов, которые бы правильно смогли с ними заниматься. Да, есть какие-то попытки по восстановлению некоторых пациентов некоторыми лечебными учреждениями, но это пока попытки. Целого видения у государства нет. Сейчас только строится вообще программа реабилитации. Только начали в Харьковском мединституте открыто отделение, где обучают врачей-реабилитологов. Но еще выпуска не было, а показать им нечего. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы думаем, с вами еще встретимся. Вы поговорите более расширенно о вашей методике. У нас сегодня в гостях была Кравец Лариса, лікар-невропатолог, автор методики реабилитации пациентов после спинальных травм. До побачення. На все добре.